Актеры Кэти Бейтс и Джеймс Кромуэлл прошлись по кандидату в президенты от республиканской партии Ньюту Гингричу, который заявил, что к началу своего второго срока собирается колонизировать Луну. На одном из мероприятий в Голливуде обладательница Оскара Бейтс прокомментировала предложение Гингрича следующим образом. «Думаю, он должен отправиться на Луну первым». Актер Джеймс Кромуэлл был более лаконичен. «По-моему, Ньют Гингрич придурок», — заявил актер. «Я достаточно ясно выражаюсь? Разве можно относиться к его словам серьезно?»